Panie, tatusiu, staruszku, pytam, dlaczego nie może być normalnie? Ot, zwykłe życie, nauka, praca i rodzina. Może dziecko? Nie, ja wiecznie spóźniona, wiecznie za czymś gonię. Czegoś szukam i wciąż tkwię w miejscu. Walczę o wszystko bez końca. Czy moim przeznaczeniem jest walka? A może przekleństwem? A jeśli przypadkiem czegoś to sięgnę, mówię, i co z tego? Czy to grzech? Chcieć więcej? Ty tam z góry milczysz. Co to za maniery? Tak jak ona jest i ja jej должна pomagać i będę всю жизнь это делать, ja tym niemniej nie считаю себя счастливым человеком. Я только живу для Олеси, потому что без нее для меня будет жизнь уже... Но стараешься держаться, конечно, улыбаться, чтобы не поддаваться. Ее цель, ее жизнь – это ее дочь. Я посмотрела просто в Танины глаза, и, знаете, как бы вот, ну вообще, очень тяжело смотреть. Я вижу глубину в ее глазах, человек, который очень много выстрадал в этой жизни. И в то же время эти глаза светятся. Она со мной разговаривает, и я думаю, я бы так смогла, я бы так никогда не смогла. Вот она отреклась от себя, и она посвящает свою жизнь ребенку, и она видит в ней потенциал. Ой, надежды огромные, планы огромные. Очень хочу работать.